Пришел. Иди сюда. Вот. Да не тр... ничего не кушает Вайус. Бежишь. К Вайусу бежишь. Вайус тебя будет кормить. Он сейчас убирать будет мусор. Пришел. Мы приехали сюда. Смотрю, что здесь делается. Вода здесь стоит. Ой, кто-то жгет ветки. Видимо, обрезали деревья. Ой, слушайте, смотрите, что по полю. Собаки идут. Охотничьи. Раз, два. Ой, камера ударила. Две собачки бегут сюда, по полю. Что-то... Ветер сегодня, вчера ветроган был, дождя ролил, 4 градуса ночью, было холодно. А сегодня сказали, солнце выйдет и дождика не будет, но ветер. Иди сюда, Эледо. Эледо наши хайдепшу. Эледо, микролику, Эледо. Эледо, Эледо. Эледо, Эледо. Эле наши хайдепшу, Эле. Эле, говори ему. Не хочет, боится, вон они. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык бегут. Бегут, бегут, бегут. Один, который там далеко, а этот сюда несется ушастик. Черный какой-то. Вай, пошу яхискиля, Йоргус. Дека? Купады. А в то же на микрошакома и дойны. Капнос, кеги ты кларья. Вот один, два. Вон там еще один стоит. Не знаю, вам видно вот там. Где ж я вам возьму еды-то на всех? Я коту привезла на тот участок. Кот не пришел. Это самочка пришла. Ой, какая ты худая. Ты что такая худая, засранка? Второй день приехали разбирать. Вот, видите? Шланги. Надо это все собрать, выкинуть. И вот эти штучки, вот белые. Вон их там сколько. Ты на кове сметомахере? Ты псалиди? Вот. Разберем сейчас. Собаки приходили, сидят, спят. Куда они уже чопали? Вокруг. Вокруг нас где-то ходят, лазят. Караулят нас. Вот. А мы собираем шланги, которые нам принесло наводнение. Вов. Ой, ладно. Машина, видите, еще колеса вся. Везде лужи. Вчера дождя ролил. Ветроган был. Все сносило. На ковишины Эна-Эна. Загружать дольше, чем выгружать. Мы тогда выгружали, когда собирали на 2 дня назад. Так, 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 быстренько в этот самый, на переработку их в этот самый. Выгрузили. И все. Они же ж... Некоторые лазят, ищут вот эти вот шланги для того, чтобы их переплавляют на пакеты полиэтиленовые. Собирают, сдают, им еще деньги платят за это. Ну, какие-то денежки. Как вот железо собираешь, вот эти старые шланги собирают и сдают. И есть заводики такие, которые выпускают полиэтиленовые пакеты. Вот из этой фигни, вот это вот. Что-то там с ними делают, как-то с ними там делают и выпускают. Приезжаешь, сдаешь, там сколько килограмм, тебе денежку. Тяк. А мы уж без денежек, мы уж это самого, на переработку их сдадим. Доброе дело сделаем. Сидела-сидела после наводнения. Я никогда не видела, чтобы у меня на участке росли вот эти цветы. Это какие-то культурные. Смотрите. С такими листочками. Вот. И вот еще один. Это, наверное, с какой-то теплички мне приехали. Вот такие вот листочки у них. Низенькие такие. У меня никогда таких здесь не было. Он прям такой нежненький. Желтенький. Интересно. Сидела здесь,
Я вот убрались, вот что осталось только всего. Так, что там осталось у нас? Ну-ка, камера, фокусируйся. Ох. Его смазал психсила и киола. Так, вот что осталось, все надо собрать. Собрал уже, я собрала ему, помогла. Какие-то ты люди, которые нурят в геканыкаты. А ты племира, Ирта, не китрины. Ми-ми-ми. Охи. Люди. А что? Ты что в яшу улыш? Добирайся. Охи-ки. Охи-ки. Или да? Взяла кошки иду вот эту вот. Кошачью. А она не пришла. Или да? Или да? Валялся на спине сейчас. Или да? На понашивалю все на. Понашивалю. Петра бы ханила. Ух ты, какой сильный. Знаете, какой сильный выдрал у меня из рук. Ну давай. Я хотела тебя вытряхнуть, а ты... Сил у него столько. Кушай. Я думала, кошке дам. Какую тут кошке дать? Она тут... Он тут съел все. Ладно. Вас ждет эти самые дрова. Оставшиеся где-то что-то осталось. Поджигает там. Ну что ты? Всю что ли слопал? Да хватит уже. Давай я ее выкину. Здесь не буду. Нет, 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 нет. Все, нету ничего. Эля, да. Эля. Эля, только не укуси меня, а то ты еще меня укусишь. Фовит яри. Трусишка. Я не трус, но я болюсь. Я не трус, но я боюсь. Все равно я уколюсь. Это вот для тех, кто прививки не делает. Ой, кто вам кричит, не делайте прививки. Вот. Бежит второй. Все, опоздал, нету больше. Нету больше. Если бы у меня был этот самый корм для собак, я бы вам дала. Все, то вы подеретесь нафиг. Ну вас нафиг. Надо убрать эту штуку. Нет, 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 все, все. Все, все, все. Нету больше. Че вы? Ну вот, и ты голодная, и он голодный. Ага, один черный, другой чернее. Другой какой-то... Ой, все кушать хотят. Видишь, ну корм-то отдала. Они же здесь три, я говорю, Ваю. Я взяла с собой этот самый... сухарики. Придется им отдать. Мы, говорю, с тобой будем чай пить, не без ничего. Если будут, конечно, они кушать. Тихо! На! Малон он дает, пьешь просто на фай. Хрис, хрис, хрис. Я говорю, мы с тобой голодные останемся. Он что говорит, дома покушаем. Дост, отдай, говорит, им. Мим, мим, ваю. Минерхисы седой. Фувунде. На. Книгунды каймени. Ир, ты сиси, да. На. Эть, эть. На. Стараюсь давать каждому по одному. Ну нет у меня сегодня ничего. Я даже бутерброд... У нас нет ни колбасы, ни сыра в холодильнике. Ничего нет. Я ничего не взяла. На. 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 Ну что ты не ловишь-то, голодная? Давишься и не этого самого. Не ловишь этого самого. Сухарик. На. А ты не скиля. Ой, я попнигишь-то. Ты пьешь напротив фай. Сунаэра харпажит. Ох. И на дыни несу стоя.
Георгу на малону я тебе таїжу та скиля. Ела, ела. Ела, ти скиля пуйне. На. Ух, тарпак се ту херемо. Вот они здесь упали. На. Все, нету больше. Курицы. Курицы! Все. Нету больше. Все. Сейчас вот этой девочке надо. У меня еще консерва есть. Я сейчас едам. Не отнимут у нее. Что я буду с ними делать? У меня есть еще одна консерва для кота. А что мне делать с ней? Они отнимут у нее эти два жлоба. Я сейчас Маюсу скажу, чтобы он их прогнал, мужиков. Потому что я им давала больше, чем еды, чем ей. А этого самого... Ее накормить надо. Где она? Эля, курица ему. Эля, курица ему. Сейчас, подождите, я это самого открою. Вот этот первый едет. Подождите, я открою, сейчас еще дам. Красотка худая у нее, она дрожит, бедная. Чего он ее не кормит? Эти два кобеля. Этот в прошлый раз приходил, помните, в прошлый раз. Я там руки вымыла. Они там нюхают. Пописал, браво. Ой. Эля да курица, мало да. Лазит теперь, что-то ищет. Ну, нету ничего, все. Я им целую пачку скормила. Сухариков и два корма. Один съел целый корм, вот этот вот. Или тот. И ей отдала все-таки. Все-таки я ей скормила эту пачечку корма. С собаками и с кошками проходишь... Как сказать правильно? Проходишь... Не знаю, как сказать правильно. Проходишь хорошо. Живешь хорошо. Вот такие вот вещи. Смотрите, три. Один ксап лежит, один сидит, полулежит, и этот сидит. Мы пьем чай. Чай просто безо всего. Чай с молоком. Ничего больше у нас нету. Не будем ничего кушать. Все отдала им. Такие интересные собаки. Собакина на дупару мы слышим пить киревая. И гону межу пунаем атаки автон. Авто то декси вайму. Кита? Ты его забыла. Что-то мне кажется, что у него глаз один болит. Спишь, да? Спишь? А, клинишь матаки. Закрываешь глазки. Ладно. Как только мы будем сажать деревья, я покажу вам, где делают прививки, как делают прививки, как сажают на деревья, на это самое, на оливки, на, чтобы они росли. А то парень написал мне, бедный. Все, один участок мы отдали. Девочки на мальчики на 5 лет. Ой, ладно. Охрана, встает охрана. Если близко воробей, мы готовим пушку. Если близко муху бей, взять ее на мушку. Тра-та-та, тра-та-та, мы веселые друзья. Сейчас будем завязывать нашу телегу и едем. Они вон лежат. Ух ты, Алуши, Никита Мавруш. Пьешь ирты? Кида пьешь ирты? Кида пьешь ирты, ипа? Авто мету тетью, мету лори, эйхи. Маврулику. Еще черный пришел какой, смотрите. Свой у нас чистый какой участок. Смотрите, как красиво, чисто все. Все ухожено, только дрова лежат. И собаки на солнце нежатся. Ну, тебе нет ничего, все. Не облизывайся, иди домой. Ну, знаете... Камера не выключается, я в перчатках.
Не могу камеру выключить. Ну, камера, выключайся. Ну, надо перчатки снимать, да? Вайму. Да. Если ими тугады, киваешь тоже с этими самыми. Кто мне нажмет на кнопку? Давайте я носом нажму. Мы едем до дому. У меня Коста сегодня рис сварил. Мама говорит, еще и вам осталось. Сидит, кушает. На собак бежит. Мама говорит, еще и вам осталось. Приедете, у вас есть кушать. Я говорю, ладно, говорю, спасибо. И мы едем домой. Домой, до дому, до дому. Дук-дук-дук-дук-дук-дук. Вяхнули асфальт, и он уж дуку-дуку-дуку-дуку. Сделали здесь новый асфальт, все равно трясет. Трясет. Люда не коверка, русские слова, русскоязычная. Мы с греками с ума сходит. Да еще и с молдаванами. А вы русскописающий. Что делаете? Выехали почти что. Там море. Там море. Ой, ладно. Все. Прямая дорога до дома. Тут море. Картинка сразу сменилась, солнца нет. Да нахилю, да пефти ут и меня стагона илю.